Дорогие товарищи, через несколько минут куранты Кремля возвестят начало Нового года. Это всегда по-особому волнующие минуты. Так уж издавна повелось, что с каждым наступающим годом люди связывают новые надежды, мысленно подводят итоги года уходящего. В этот день мы адресуем своим родным и близким, друзьям и товарищам по работе, новогодние поздравления, пожелания самых добрых свершений в жизни. Принято считать, что труд – начало всех начал. Так оно в жизни и есть. Я думаю, что все вы согласитесь с тем, что уходящий 1985 год останется в нашей памяти как год напряженного труда, надежд и смелых замыслов на будущее. Мы все хорошо помним, с какими трудностями нам пришлось столкнуться в начале года. Потребовались огромные усилия всей партии, всего народа, чтобы поправить дела и завершить, в общем-то, год неплохими результатами в экономике. Прожитый год – это все, что делалось с нами сообща, во имя лучшей, более справедливой, духовно насыщенной жизни, дальнейшее упрочение ее социалистических начал и принципов. Год уходящий был для нас весьма поучительным, полным событий, которые как бы ускорили бег времени. Мы взялись за большие дела, взялись энергично, с подъемом. Сегодня мы яснее видим наши возможности и реалистичнее оцениваем то, чего добились, и то, что намечаем на будущее. Мы хотим в полной мере использовать огромный потенциал социалистического строя. Речь идет о качественных общественных преобразованиях и динамичном, уверенном продвижении по пути совершенствования всех сторон жизни, будь то экономика, культура, социальная сфера. Но, дорогие товарищи, мы лишь в начале пути, определенного апрельским пленумом Центрального комитета Коммунистической партии. Я бы сказал, в самом начале сложной работы, крупных перемен, которые требуют от нас еще большей настойчивости, самоотверженности, безбоязненного отказа от всего, что отжило свой век, от инерции мышления, от привычных, но сегодня бесполезных схем и подходов. Сейчас нам особенно необходимы высокая общественная активность, творческий труд, непримиримость к недостаткам, решительная поддержка всего нового, передового, что рождается временем. Социализм, и в этом его сущность, создается народом и для народа. В живом творчестве масс источник его силы. Именно с этих позиций подходит коммунистическая партия ко всем нашим делам и начинаниям. Центральный комитет партии и советское правительство чувствуют активную всенародную поддержку экономических мер и политических шагов, предпринятых в последнее время. Мы высоко ценим эту поддержку, понимаем, что она ко многому обязывает, вдохновляет на то, чтобы и дальше уверенно двигаться по пути совершенствования общества, в котором мы с вами живем. Наступающий 1986 год открывает новую 12-ю пятилетку. С ней мы связываем решение многих жизненно важных
задач по ускорению социально-экономического развития страны. Главное политическое событие года – предстоящий 27-й съезд Ленинской партии. Сейчас идет всенародное обсуждение предсъездовских документов. На собраниях и у письмах в Центральный комитет советские люди прямо, открыто, по-хозяйски говорят о делах страны, о том, что нам мешает, что надлежит делать, призывают твердо и энергично держать взятый курс. Сегодня мы называем вещи своими именами. Успехи – успехами, недостатки – недостатками, ошибки – ошибками. И в этом надежное лекарство от чванства и самоуспокоенности. Верный ключ к тому, чтобы в дружной, творческой обстановке идти к новым успехам, к новым достижениям, к новому качеству жизни, к новым высотам социально-экономического и духовного развития. В истекшем году мы отметили 40-летие Великой Победы над фашизмом. Память о подвиге нашего народа в годы священной войны живет не только в нашем сознании, она в наших сердцах. И боль утрат той тяжелой поры обязывает нас сделать все, чтобы никогда, никогда не разразилась в мире новая трагедия. Центральный комитет Коммунистической партии и Советское правительство, выражая волю советского народа, все сделают для того, чтобы сохранить мир, предотвратить угрозу ядерной войны, не допустить непоправимое. Сегодняшний мир сложен и многообразен. Советский Союз исходит в своей политике из того, что в ядерный век люди Земли на одном корабле. И раскачивать его военным авантюризмом является крайне безответственным делом. Сама жизнь в наше время отвергает политическое легкомыслие. Вот почему Советский Союз, другие социалистические страны настойчиво ведут дело к миру, к тому, чтобы оздоровить международные отношения, придать им цивилизованный характер, как и подобает людям просвещенного 20 века. Надо подняться над распрями, подчинить все усилия поискам путей к взаимопониманию, доверию и разоружению. Наступающий год Организацией Объединенных Наций объявлен годом мира. Мы в Советском Союзе стоим за то, чтобы этот год мира перешел в мирное десятилетие, чтобы в 21 век человечество вступило в условиях мира, доверия и сотрудничества. Дорогие товарищи, на заре социализма Владимир Ильич Ленин назвал счастьем начать постройку советского государства, начать этим новую эпоху всемирной истории. Это было и остается трудным счастьем. И мы гордимся тем, что наша история, жизнь и борьба – это неотъемлемая часть истории, жизни и борьбы всего человечества за мир и социальный прогресс. Мы гордимся тем, что стали первопроходцами на неизведанном пути к новому обществу. Идем по нему достойно и уверенно. Встречая Новый год, мы шлем сердечные поздравления нашим друзьям и союзникам, народам стран социализма. Желаем им дальнейших успехов в строительстве новой жизни. Мы поздравляем народы дружественных государств, наших товарищей по классу во всех странах света.
Мы желаем мира, счастья и процветания всем народам Земли. От имени Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, горячо и сердечно поздравляю всех советских людей, дружную семью народов нашей великой Родины с наступающим Новым годом. Новогодние поздравления рабочему классу, колхозному крестьянству, народной интеллигенции, ветеранам войны и труда. Новогодние поздравления советским воинам, надежно охраняющим мирный труд нашего народа, завоевание Великого Октября. Новогодние поздравления всем, кто в этот час несет трудовую и боевую вахту, кто работает вдали от родной земли. Давайте пожелаем друг другу, чтобы в наступающем году сбылись наши мечты, чтобы Новый год стал годом новых успехов, творческого труда, прочного мира и перемен к лучшему. Пусть он будет богат на радость и счастье в каждом доме, в каждой семье. С Новым годом, дорогие товарищи!